Формат вечернего Таллина не зря определяется как концерт, поскольку в нем веселье и хорошее настроение поддерживают не только шутки, как в КВН, но и музыкальные номера, а также актерские скетчи, в которых в весьма разнообразных ракурсах, часто смешных, представлены известные люди Эстонии, политики или же события, которые являются наиболее актуальными и обсуждаемыми. Поскольку ровно через месяц в Эстонии, как и во многих других европейских странах, состоятся выборы в Европарламент, то именно им будет уделено основное внимание, ведь концерт так и называется «Юмор по евростандарту». Всем, кто, так сказать, зависим от социальных сетей, мы расскажем свое видение социальных сетей. Плюс будет очень интересный и зажигательный вокальный номер. Ну, собственно, то же самое, что и на прошлых концертах. Мы себя не ограничиваем. Будет множество разных тем, над которыми можно пошутить, посмеяться, задуматься. Как обычно, среди зрителей вам встретятся известные персоны города Таллина и даже страны, поскольку вечерний Таллин поддерживает добрую традицию приглашать на свой концерт тех, кто является главным героем скетча. Впрочем, известные люди будут не только в публике, но и на сцене. Шоу «Вечерний Таллин» славится тем, что мы приглашаем разных интересных личностей поучаствовать в наших скетчах. Этот концерт не будет исключением. И в этот вечер на сцену выйдут известные люди. Например, Яна Том почувствует себя немножко не в своей тарелке. Мы узнаем, как она сможет симпровизировать в очень необычной ситуации, в которой мы ее поставим. А также будет участвовать Игорь Ермаков. Узнаем, насколько сможет симпровизировать столь известный человек. Не знаю, будет ли эта импровизация с его любимым баяном, аккордеоном. Не знаю, в общем, импровизация такая вещь, что мы даже сами не знаем, как пройдет сам скетч со звездой. Поскольку май не только месяц евровыборов, но и Евровидения, то свой номер представят уже полюбившиеся публике барды, которые тоже рискнут заявить об участии в песенном конкурсе. Во всяком случае, для него у них есть несколько песен. И только зрители вечернего Таллина станут свидетелями того, как на самом деле формировалось новое правительство, почему Сим Каллас уехал обратно в Брюссель и как прошел первый день работы Евгения Осиновского на посту министра образования. Все эти откровения состоятся в Центре русской культуры в воскресенье в 19 часов. Елена Соломина, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.